Вся Россия скорбит. Ушла из жизни Наталья Кустинская. В Москве на 75-м году жизни скончалась известная актриса Наталья Кустинская. На прошлой неделе Кустинскую госпитализировали в Боткинскую больницу. Актриса находилась в очень тяжелом состоянии и несколько дней провела в коме. По информации Департамента здравоохранения Москвы, Кустинская заболела пневмонией. Известно, что когда врачи прибыли домой к Кустинской по вызову, она уже была без сознания. В последние дни в прессе появлялись сообщения о том, что актриса вышла из комы, однако она все равно находилась в тяжелом состоянии. О смерти актрисы сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Наталья Кустинская скончалась на 75-м году жизни после тяжелой болезни в одной из московских больниц. Около 15 часов по московскому времени, сообщили там. Самыми популярными кинокартинами, в которых снялась Кустинская, стали комедии «3+2» и «Иван Васильевич меняет профессию».